Время представить вам соперников. В красном углу ринга мастер спорта России по кикбоксингу. Ему 20 лет, его рост 193 сантиметра. Его послужной список обширен. Дважды он брал серебро и дважды брал золото первенств России. Брал верх на первенстве Европы, а среди мужчин становился обладателем Кубка России и чемпионом России в дисциплине лоу-кик в 22-м году. Представитель клуба «Триумф» из вечно юного города Краснодара. Кирилл Степаненко! Ровно по диагонали в синем углу ринга финалист из Республики Беларусь. Ему 30 лет, его рост 177 сантиметров. За свои 8 лет в кикбоксинге он провел 120 непростых поединков и одержал 87 побед. 5 раз становился чемпионом Республики Беларусь, а на мировой арене заслужил звание мастера спорта международного класса. Перед вами представитель Республиканского центра олимпийской подготовки «Стайки» из города-героя Минска. Евгений Мягков. Рефери поединка, мастер спорта СССР, судья международной категории Надыр Нуруддинов, Республика Дагестан. Давай! 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 Дав
Стоп. Вверху. Дай. Файт! Вот здесь, да. Гол. Эй! Так, все, смотри. Есть. Гол, да. Секунданты Зарин. Я хочу же разобраться. И это третий раунд. Финальный. Это были три непростых и очень красивых финальных раунда. Кирилл Степаненко, Евгений Мягков, ваши аплодисменты. В этом финальном поединке единогласным решением судей одержал победу и стал обладателем Кубка России по кикбоксингу в дисциплине К1 боец красного угла Кирилл Степаненко.